Здравствуйте, дамы и господа. И что бы вы думали, Калорифер, он же Юра, собрался на гитар-баттл. Не, блять, что куда, ща. Посмотрим, может быть, даже я, как бы, раз я такой стал, типа, добрый, там, снял извинения, может быть, я даже за те самые 150 косарей и соглашусь, когда буду в России, поэтому, если они будут смотреть, могут им передать. Так что... Похоже, он плотно занялся обелением своего имени. Но хочет сделать все супер просто. Сначала общие извинения, больше похожие на условия, которые и выгодны были только ему. Теперь вот готовность выйти на батл. Может быть, я понижу тариф с 500 Питер 300 Москва, что стало же мемом. Может быть, я понижу до того, который они озвучивали 150. Посмотрим, потому что мне прям уже интересно стало. Вот и все дела. Из токсичного говнюка он внезапно превращается в сценического гитариста. И встает в один ряд с другими участниками гитар-баттла, например, Виктором Смольским, Виктором Кучером, Виктором Зинчуком. А ёб твою мать, Зинчука ж пока не было. Кстати, почему не было? Он мог бы забатлиться с Юрой. Да, потому что цепануло то, что Виктор Кучер сильный как бы гитарист, очень техничный, но почему он здесь вот настолько как бы много мест плохо нарубил ужасно, то есть, не знаю, может, действительно какая-то проверка. Поэтому мне тоже, я как бы уверен в своей рубке, да, помните, я же на High for Life выходил там с гвоздями, со всеми делами. Но, короче, прям стало даже интересно. Вдруг у меня там все гвозди куда-то денутся. Конечно, вряд ли, но мало ли, поэтому, если что, я потом забатлюсь. Слышь, псина, куда ты идешь? Только вот что-то я не припомню, чтобы в Юриных извинениях фигурировал тот самый гитар-баттл. Ведь он и его участники неоднократно подвергались нападкам со стороны ЮСА. А в прошлом, когда его саму Дио позвали на батл, он слился, выставив неподъемный прайс специально, чтобы не участвовать, позже он сам признался в этом. И теперь вот так запросто он хочет пойти и побатлиться, да еще и денег срубить. Надо будет, наверное, Табачникову выходить третий раз, раз он туда звал, пусть туда потом еще раз зовет. Ну и пользуясь случаем, один момент про последний батл Кучера и Табачникова. Ребята, завязывайте со вступлениями. Включаешь посмотреть батл, а там 15 минут просто разговоров ни о чем. Скука, скука. Это все можно оформить в отдельное видео Behind the Scenes и сделать не на 15 минут, а хоть на час. Кому интересно, посмотрит. Там можно и про гитары поговорить, и фрагменты репетиций показать. Ну и всю эту закулисную кухню. И у вас будет не одно видео, а целых два, и оба по-своему интересные. А гитар-баттл можно начинать сразу. Сегодня Кучер против Табачникова, погнали твою мать, и гремит рок. Такое вот мнение. Но вернемся к нашим баранам. Конечно, многим было бы интересно посмотреть, как Юра в очередной раз выйдет на сцену. И перед нами предстанет не феноменальный гитарист, а совершенно обычный чел с имиджем девственника-ботаника. Никто не впадет в экстаз от чисто взятых квинт, девчонки не станут снимать лифчики, заслышав Юрины гвозди. То самое единственное Юрина соло опять будет сыграно с лажей, тэппинг будет всрат. Вот и все. Это же не рок-звезда. Никакого шоу не будет. Но все равно интересно. Это с одной стороны. С другой стороны, будь я на месте организаторов гитар-баттла, я бы ни в коем случае не допустил Юру на гитар-баттл за гонорар. Гонорар, да он в край охренел, обсирал гитар-баттл, а теперь просто выйдет и подправит свой имидж за счет обосранного им же шоу. Что дальше? Может быть, джем со слэшем? Тоже было бы классно для имиджа. Окститесь, никакого гонорара. И даже за бесплатно я бы его не допустил. Только за доплату с его стороны. 150 тысяч от Юры и пускай батлится. Но с обязательным разглашением, что он проплатил свое участие. Да, Юра был на гитар-баттле, как и гитаристы. Но он был там только за деньги. Только так. А на этом все, дамы и господа. Всем хороших выходных. Сейчас пиво пью. Не, вот, кстати, пиво – это недооцененное зло. Я тебе настоятельно не рекомендую пить пиво, потому что в пиве содержится такая вредная херня, как фитоэстроген. Это аналог женских половых гормонов. То есть, грубо говоря, когда мужик пьет пиво, он превращается в бабу на генетическом уровне. Ну, вот мужики, которые дохера пьют пиво, у них как бы гинекомастия, то есть сиськи свисают, как у бабы, живот огромный и так далее.